Новый год – чудесный праздник, когда все, и взрослые, и дети, верят в волшебство. И оно, конечно же, случается. Главное – успеть загадать самое заветное желание и написать письмо Деду Морозу. Я в чудеса, конечно, верю. И со мной они случались, мне помогали и в детстве, и сейчас. В Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, которые все балаковцы знают как детский дом, в преддверии Нового года собрались самые близкие друзья. Это и выпускники, и педагоги, и, конечно же, те, кто оказывает поддержку учреждению. Воспитанники центра подготовили для гостей замечательную сказку, в ходе которой удалось расколдовать Деда Мороза, поводить хоровод и спеть песни. Ну и, конечно, зажечь елочку. Возле новогодней елки кружили хрупкие снежинки, играли забавные снеговички, и персонажи сказок помогали Деду Морозу вспомнить, откуда он взялся, ведь иначе не будет праздника и подарков. Но, конечно, зимнему волшебнику удалось все вспомнить, а затем настало время вручения подарков от добрых друзей компании «Фосагро». И ребята получили не только сладости и игры. От предприятия в центр передали зеркальный шкаф в комнату девочек, а также снегоуборочную технику. В этом замечательном теплом доме мы ремонтируем помещение, холлы, бытовые условия, покупаем красивую мебель. На самом деле, самое дорогое, что мы дарим, это тепло своих сердец. Я всегда говорю, мы любим всех детей, но своих мы любим больше. Ребята, учитесь, живите, стремитесь, постигайте и приходите к нам. Мы вас любим. С Новым годом! Балаковский филиал АО «Апатит» – главный спонсор детского дома. Причем предприятие не только оказывает спонсорскую помощь в приобретении мебели, инвентаря и в ремонте помещений. Сотрудники АО «Апатит» дружат с ребятами и в случае необходимости поддерживают их советами. Наши постоянные друзья, надежные, самые надежные друзья в городе Балаково – это, конечно, компания «Фосагро». Это люди, которые каждый день с нами, это люди, которые делают для нашего центра очень много для развития наших воспитанников, очень много делают для того, чтобы наши воспитанники жили в хороших, я бы сказала, просто прекрасных условиях. И даже выпускники центра, уезжая учиться и жить в другие города, поддерживают теплые отношения с сотрудниками балаковского филиала АО «Апатит», потому что их связывает настоящая дружба. Переписываюсь, слежу за жизнью и радуюсь то, что они приходят сюда. Вот это общение, оно проходит не зажато, оно проходит не казенно. То есть дети общаются с коллективом совершенно в непринужденной обстановке, что для нас немаловажно. И эта дружба в новом году станет только крепче, потому что совместные мероприятия сотрудников компании «Фосагро» и воспитанников детского дома будут продолжаться. К примеру, ребята уже знают, чем займутся 1 января. От профсоюзного комитета предприятия им были вручены билеты на новогодний фильм в кинотеатр.